Здравствуйте. Давно не делала видео, но тут мне вдруг пришло уведомление от Леночки из Баку. Ты там не пугайся. Тебе пришла одна посылка от меня. Какая посылка? Когда? Чего? И действительно, буквально на следующий день мне пришло сообщение, что посылка пришла. Шла она очень быстро. В общем, чуть больше недели. Ну, посмотрите, какая хорошенькая сумочка. Я ношу только вот такие легкие сумки. У меня болит спина, и я не могу носить ничего другого. А здесь у нас вот такие вот роскошные кокосики, сработанные ручками Леночки. Это фундук. Очень вкусный. Мы уже попробовали, поэтому я говорю, что он очень-очень вкусный. Вот такие вот стаканчики для чая. Форма стаканчиков в Азербайджане вот такая. Вот, по-моему, и в Иране такая же, если я хорошо помню. Посмотрите, какая красота. С видами Баку, наверное, да? Но я потом изучу. Очень красиво. Леночка, спасибо тебе огромное. Ах, тут еще один стаканчик. Как красиво. Обожаю вот такие всякие вещи. Ну, Лена. Ну, Лена же. Ох, и чай. Посмотрите, азербайджанский чай трех видов. Вот такой вот коврик, миниатюра азербайджанского ковра. Опять же, сумочку я показываю, потому что очень-очень она мне нравится, льняная такая сумочка. И корзиночки, сделанные руками Леночки. Лена у нас известная рукодельница, у нее просто золотые руки. Посмотрите, и вот эти вот корзиночки тоже сделаны ее руками. А вот здесь у нас магнитик. Тоже с видом Баку. Такая вот прекрасная еще одна корзиночка. Ну, посмотрите, какая женщина, какие вещи она творит руками. Ну, я такое не могу сделать. Интересно, а что же здесь? Написано «Твиги». Но это не про меня, конечно. Наше поколение поймет, о чем я. Так, давайте распакуем. И что же здесь? А здесь вот такие великолепные кашпо, сделанные руками Леночки. У нее даже было видео такое. Ссылку на ее канал я дам, вы посмотрите. Леночка, спасибо тебе, моя родная. И ты еще не знаешь, что тебя ожидает. Ха-ха-ха. С наступающим днем рождения. Всем спасибо.